Детский сад на Интернациональной 52 скоро вновь распахнет свои двери для дошколят. Закрыть сад на ремонт пришлось из-за протекающей крыши. Всем малышам предложили места в соседних учреждениях. Подрядчиками произведена укладка гидроизоляции на всей территории крыши. В данный момент, значит, устанавливается брусчатка. Установлены новые воронки, которые будут предотвращать проливание воды на этажи. Напомним, здание детского сада «Золотой ключик» построили 50 лет назад. В 90-е он был передан в аренду в частные руки. Чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. После этого была проведена масштабная реконструкция. Перепланировка и капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, установка пластиковых окон, реконструкция фасада. Особенностью сада стала эксплуатируемая кровля. Горки, качели и веранды установлены прямо на крыше. Конечно, безопасности детей было уделено особое внимание. По всему периметру установлен парапет и дополнительное ограждение около 2 метров высотой. Это позволило решить проблему с прогулочными зонами, которые невозможно было разместить на земле из-за плотной застройки микрорайона. В результате сад принял 300 детей. Катерина Матвеева, новости на 8.